Всем доброе утро. Утро выходного дня у нас начинается с восстановления бампера. Будет проклеиваться, сейчас все усиливаться, восстанавливаться. Вот так вот. Блять, это стоит себе и стоит. Погнали. Всем привет. Что можно делать в воскресенье вечером? Доразбирал мотор, все отдефектовали. В принципе, достаточно все не страшно. У нас два шатуна, первый и пятый. Я уже поменял. Кольца выбросил. Собственно, коробка в порядке. Коллектор, турбо все в порядке. Редуктор мы меняем. Генератор, подшипник у нас, хотя перебранный, засвистел, завтра, послезавтра отвезу по гарантии. И, в принципе, вот это вот все перемыть и вот это вот все на новых пирогах собрать. Легко.